Смотрите, какая у нас есть мышечка. Ну, она прям такая миниатюрненькая, такая маленькая. Такие глазки у нее жалостливые. Отлично ходит на поводке. Замечательная девочка, спокойная, ласковая. Ей не место в приюте. Конечно, всем собакам не место в приюте, но такой крошке это точно. Ей срочно нужен дом. Заберите ее, пожалуйста. Аня, а как вы сегодня гуляли? Как прогулка была? Ну, ты знаешь, вы на территории она, конечно, всего боялась. Пришлось ее даже немножко взять на руки. А здесь она ходит, но она совершенно другая. В общем... Она хорошо ходит на поводке, очень ласковая. В общем, в вольере она трясется, всех боится. Да, лай собак ее сильно пугает. Да, ну, конечно, такой малютке не место в приюте, друзья. Приезжайте на просмотр мышки, мы будем очень вас ждать. Мышонок просто супер наш. Ну, пойдем. Мышка отлично гуляет на поводке. Просто отлично. Не тянет, ничего. Хотя нет, вот здесь немножко даже тянет, скажи. Я здесь посмелее. Конечно, на территории пришлось... Даже на руках ее нести, потому что ребенок всего боится. Ее нужно срочно забирать домой. Посмотрите, как она хорошо себя ведет на улице. В приюте ей, конечно, не место. В приюте, конечно, всем собакам не место, но тем более таким крошкам.